Добрый день, дорогие друзья, вы на канале Пассиан Шоу. Мартовское настольное соло безумие продолжается, несмотря на то, что на дворе уже апрель. Я говорю о маленьком турнире, в котором я принимаю участие вместе со своими друзьями, американскими блогерами, которые вместе со мной играют в разные игры на протяжении месяца-двух. И по итогам этого маленького турнира мы посчитаем, кто сколько очков заработал, тот и станет победителем этого турнира. Две недели назад мы сыграли в бумажные кварталы. Неделю назад мне досталась игра 30 Rails, 30 рельсов. В, на этой неделе в эту же игру будет играть Криси, если не ошибаюсь. А я буду играть в игру, которая называется Rolling Village. Деревня катящихся кубиков. Не знаю, как по-другому перевести эту, эту игру слов на той неделе в эту игру играл Веселко и набрал 81 очко. Это довольно серьезный результат, который побить можно, но очень сложно. Что мы будем делать в этой игре? У нас здесь есть вот эта территория, которую мы будем застраивать домиками, лесом, озерами. И если повезет, еще будем строить площади, если нам на наших двух кубиках, которые мы будем бросать, будут выпадать дубли. Как происходит процесс игры? Вы бросаете два кубика, и нам выпадает, например, единица и четверка. Это означает, что в первой колонке мы сможем рисовать четверки, а в четвертой колонке мы сможем рисовать единицы. Ну, здесь у меня так выпало. Давайте я, например, вот такой вариант другой. Да? Вот три, например. Что это означает? Что в первой колонке я буду рисовать озера, да, потому что озеро это три или шесть. А в третьей колонке я буду рисовать Домик, потому что домик это один или четыре. И я буду это делать с помощью маркеров. Красным маркером я буду рисовать домики, зеленым маркером я буду рисовать лес и синим маркером я буду рисовать озера. Черный маркер оставлю для площади и для записи очков. Так вот, например, я могу в первой колонке нарисовать лес. Да, где угодно я беру зеленый маркер и рисую лес. Ну, например, вот здесь. А вот здесь я нарисую домик, например, да. Вот здесь. Я мог его нарисовать вот тут или вот тут. Но я нарисую вот здесь. Почему? Потому что я складываю 1 и 3, у меня получается 4. И я в четвертом ряду, вот мне тут четверка написана, засчитываю все баллы, которые в этом ряду есть, которых, на которых что-то построено. У меня построено вот здесь на тройке и построено вот здесь на двойке. Я складываю, получается 5 очков. И вот 5 очков я заработал в первом раунде. На этом раунд заканчивается и начинается следующий раунд. Если бы к этому моменту у меня была бы какая-нибудь вот такая ситуация, например. То есть у меня вот такой вот был тут лес разросшийся. А вот здесь бы у меня были домики, например. Ну, скажем, вот так. То я заработал бы не 5 очков, а больше, потому что, несмотря на то, что я считаю вот этот четвертый ряд, объединенные между собой одинаковые строения считаются вместе. То есть я получил бы 3, 4, 5, 6 очков, и здесь 7, 8, 9. Да? То есть я бы заработал уже не 5, а 9 очков. Вот так происходит засчитывание очков. Плюс здесь есть бонусные раунды. То есть в третьем шестом и девятом раундах я смогу после того, как я что-то нарисовал, еще где угодно, что угодно нарисовать. Единственное, нельзя рисовать э, лес, лес, лес. Здесь обязательно должны быть разные э, типы строения. То есть, если вы лес в каком-то раунде использовали, то в других бонусных раундах лес вы уже рисовать не сможете. И последнее, о чем я не рассказал, это если вдруг у вас выпадает дубль, ну скажем, вот 3 -3, то сначала вы в третьей колонке нарисуете вот озеро где-нибудь, ну, скажем, вот здесь. А потом в любом другом месте в пустой клетке вы можете нарисовать вот эту площадь. Допустим, я нарисую ее вот сюда. И впоследствии, если в процессе игры у меня вот тут вот окажется озеро, и вот эта площадь с трех сторон будет окружена разными типами строений, то есть вот лес, озеро и дом то в конце игры эта площадь даст мне дополнительные 10 очков. Вот, в принципе, и все правила. Я сейчас все это сотру и начну подготовку к игре, потому что есть там еще один маленький нюанс, связанный с подготовкой. Для подготовки к игре мы сначала записываем имя свое, имя мэра этой деревушки. После этого мы бросаем два кубика. И в первой колонке мы можем нарисовать что угодно. И в третьей колонке мы можем нарисовать что угодно. Ну давайте, например, я нарисую вот здесь вот домик. А вот тут я, например, нарисую лес. И это считается окончанием подготовки к игре. Теперь начинается первый раунд. Мы бросаем два кубика. Теперь в пятой колонке мы должны нарисовать озеро, а в шестой колонке мы должны нарисовать лес. А, Нарисую-ка я вот тут вот лес, а вот где-нибудь здесь озеро. И теперь я засчитываю одиннадцатый ряд. Да, это три очка в начале игры, лучше чем ничего, как говорится. Бросаем дальше, второй раунд. У меня выпадает тройка, в которой я буду рисовать лес, и двойка, в котором я буду рисовать озеро. И засчитывать я буду пятерку. Поэтому я вот этот лес нарисую вот сюда, чтобы объединить вот эти два. Ну и озеро, наверное, не мудрство и лукаво, а вот сюда помещу. Ну и теперь за пятый ряд я получу 1 очко, 2 очко, потому что лес объединен, и 3 очко, потому что здесь есть озеро. Так, это взял. Еще 3 очка. Бросаем до третьего раунда, и он у нас бонусный. Мы, тут, мы там можем еще что угодно нарисовать. Значит, в первой колонке мы рисуем озеро, в шестой колонке мы рисуем дом. Будем засчитывать седьмой ряд. Поэтому ну, домник здесь напрашивается, да, чтобы очки добавить. А вот озеро здесь мы, наверное... Ну, давайте просто на будущее. Вот сюда озеро поместим. И теперь, поскольку это бонусный ряд, я могу что угодно, где угодно нарисовать. Давайте озеро. Вот сюда вот озеро. Отметим, что озеро мы уже использовали. Ну и просто, чтобы себе одно очко добавить, потому что мы считаем седьмой ряд. У нас раз, два, три, четыре, пять, шесть очков. Шесть очков. И общая сумма за первую и третью игры у нас 12. Сюда вот пишутся суммы за третьей игры. Начинается вторая и третья игры. Бросаем. Все как всегда. 1 и 4. Здесь мы будем рисовать дом. И здесь мы тоже будем рисовать дом. Да, вот такое совпадение и будем засчитывать пятый ряд. Поэтому здесь выбор очевиден. Сюда и сюда нет смысла рисовать ничего. Поэтому мы просто на будущее вот сюда домик поставим. И мы считаем пятерку. Мы за пятерку получаем раз, два, три, четыре, пять очков. Отлично. Потихонечку начинаем разгоняться. Бросаем дальше. 2 и 3. Здесь мы рисуем озеро, а здесь мы рисуем лес. Хорошо. Ну, мне кажется, замечательно, да? То есть здесь мы лес рисуем, а здесь нарисуем озеро. И мы считаем пятый ряд. Мы теперь объединили вот эти все озера, потому что поэтому мы считаем вот эти два дома, раз, два. Все эти озера, 3, 4, 5, 6, весь этот лес, 7, 8, 9 и вот это озеро 10. Отлично, 10 очков. Бросаем дальше и у нас очередной бонусный раунд 1 и 5. Здесь мы рисуем лес. Будем считать шестерку. Ну, тут не густо особо. Давайте просто вот сюда добавим лес. А здесь мы рисуем дом. Так, дом мы, конечно же, добавим вот сюда, чтобы вот эти объединить. И теперь мы что угодно, где угодно можем нарисовать. И я, пожалуй, поскольку мы будем засчитывать шестерку, добавлю вот сюда вот домик. Не, вот сюда вот домик нарисую. И теперь, так, надо пометить, что домик я использовал. И теперь мы считаем шестерку, шестой ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вот это все. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Неплохо, очень неплохо. Так, восемнадцать, двадцать восемь очков во второй, третьей игры. Ну, пока не густо, конечно, но мы надеемся, что Дальше будет еще лучше. О, мне еще выпал дубль. Это прекрасно. Мы в четвертом ряду рисуем, ну, в первую очередь дом. Так, у нас тут восьмерка будет, поэтому мы дом, естественно, рисуем вот сюда. А теперь в любом месте на карте мы можем нарисовать площадь. Я площадь сюда поставлю, потому что она будет окружена со всех сторон разными типами строений. Рисую здесь площадь. Окей. И засчитываю себе восьмой а, ряд. Он у меня тут не богатый. Я засчитываю себе только дома. А, да, это всего лишь три очка, к сожалению. Не очень-то да, много. Бросаем дальше. Так, 6 и 5. В шестой колонке я рисую лес. А, и он, конечно же, будет здесь. Без вопросов. А в пятой колонке у нас будет озеро. Ну вот с озером непонятно, куда мне его поставить сюда. Смысла нет. Давайте просто вот сюда вот к нему он. Ну да. Так, и мы засчитываем одиннадцатый ряд. А, здесь у меня три, три и все. Всего шесть очков. Не густо. Ну и последний э, бонусный раунд, в котором мы сможем нарисовать еще один лес. Мне тут выпадает тройка и четверка. В третьем я должен нарисовать дом. А в четвертом я должен нарисовать озеро. И засчитывать я буду семерку. Ну и поэтому... Осу... А, да, я же могу нарисовать... Лес где-то. Ну, лес я могу, скажем, вот здесь нарисовать. Да, в третьем я рисую дом. Пусть он будет здесь. Он, это совершенно не принципиально. А здесь я рисую озеро. И пусть оно будет здесь. Я все равно за него очков не получу. Я могу где угодно нарисовать лес. Я этот лес рисую... Так, у меня тут семерка я его рисую здесь, конечно. Чтобы получить еще два очка. Теперь мы считаем очки, и у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. По-моему, так. Это максимальное, сколько я получал за эту игру. То есть игра потихонечку разгоняется ближе к концу. Так, здесь у меня 23 очка, к сожалению, не так много, как в предыдущем раунде. И мы считаем сумму. У меня получается 50-61, 71, 73 и плюс 10 очков, это 83 очка. Я доволен сегодняшней игрой, но в целом я не в восторге на самом деле от игры Rolling Village. Вот почему. Потому что мне кажется, что в этой игре э, соотношение э, удачи и стратегии имеет небольшой перекос в сторону удачи. Вот мне сейчас повезло, а до этого я могу набрать 50 очков. Очень легко. Хотя на самом деле я немножко лукавлю. Когда вы наиграете определенное количество партий, для вас не составит большого труда набрать больше 60. Потому что тут в правилах прямо на написано, что если вы набираете меньше 60 очков, то вы вряд ли можете считать себя хорошим мэром. Uh, мой рекорд в этой игре 107 очков, и это была прям шикарная игра. И, в принципе, плюс в этой игре это как раз в том, что здесь есть такие моменты, когда uh, вы получаете удовольствие от того, как вы все здесь удачно разместили, и как вы много очков заработали. И еще один плюс, то что она очень легка в подготовке. Все, что вам нужно, распечатать листочек, два кубика. Можно играть одним карандашом, просто рисовать разные фигуры. Я просто здесь рисовал разным цветом, чтобы было удобнее идентифицировать и приятнее смотреть на камеру. А на этом у меня сегодня все. Большое спасибо за внимание. Следите за нашим маленьким турниром. Болейте за меня. С вами был Дмитрий, канал Пассиан Шоу. Играйте в настольные игры. Всего вам хорошего. Пока.